Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 сентября. Память преподобного Игнатия. Этот преподобный жил в царствовании императоров Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия в Каппадокии. С младенчества родители посвятили его Богу, как некогда Самуила. Достигший зрелого возраста, он принял иноческий сан и вскоре посвящен был в пресвитера, а потом и в игумена Никифор II Фока. Царствовал с 963-969 год. Иоанн Цимисхий, его преемник, 969-975 годы. Он много сделал для своей обители, расширил ее, украсил и обогатил, построил в ней две церкви во имя святого пророка Илии. Еще в одном городе создал церковь во имя святых апостолов. Кроме того, он построил вокруг обители своей крепкую и благолепную ограду. Отправившись однажды в Константинополь, где он принес в дар одной обители святой крест и святой Евангелие, преподобный на обратном пути оттуда занемог желудочной болезнью и скончался в Амории. Его погребли при одном из храмов всего города. Когда миновала зима, отцы его обители захотели перенести тело его. Открывши раку, они обрели его тело целым и нетленным, источающим чудное благоухание. Они благоговейно перенесли его и положили в паперти церковной. Славя Бога дивного во святых своих! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.